Всем хорошего времени дня. С вами канал «Постоянный Харьковские мастера». Сегодня у нас пациент, это беседочка. Беседочку мы делаем, вверх это у нас дерево, низ это мы будем скрывать структурной краской. Подготовительные работы. Виброшлифер прошли, все зачистили, сейчас про дерево рассказываю. Далее прошлись вручную такой вот терочкой прекрасной, с мелким ножиком. Сбили ворс, загрунтовались. Грунтовали мы. Компания Файдаль. Отличный грунт, отличная липкость у него. В принципе, и рабочая густота тоже вполне подойдет. Наносили кистью по рисунку дерева, грунтовочку. Все это дело просохло. И сегодня второй день наших работ. Мы выполняем уже финишный материал. Наносить будем. Я еще раз прошелся после грунта мелким наждаком. Все это дело, если обратите внимание, зачухал. Древесина подготовлена. Опять же, после зачухивания прошелся тряпкой, сбил пыль. И сейчас буду брать кисть и наносить. Наносить буду красное дерево. Лазурь, внешней и внутренней работы. На акриловой основе, без запаха. Голова болеть не будет при работе. Ну что, поехали. Перешли мы к этапу нанесения лазури. Сначала грунтовали. Защищали древесину. Виброшлиф машинкой вручную. Довели дерево до состояния. Вот такой вот гладкой поверхности. И все, теперь берем лазурь акриловую, цвет красное дерево. И начинаем тянуть первый слой. Используем кисть для работы с акриловыми материалами. Выбрали соответствующую погоду, чтобы не было сильно жарко и, соответственно, чтобы влажности не было. Минуса не было и всего остального. Это вы все знаете, это не буду повторяться. Ну, то есть погода выбрана идеальная для работы. Ну, собственно, идем, наносим слой по рисунку древесины. Желательно не капать, не ляпать, потому что все это будет на вашей поверхности потом проявляться. Материал довольно легко тянется, не пятнит. Сейчас я возьму лестницу, и мне будет удобнее работать. Вот я так демонстративно показал просто саму технику. То есть ничего, просто, ничего сложного. Взял, намочишь. Вот, пожалуйста, наш старший научный сотрудник. Работает с пациентом. Работает быстро, легко. Делает как для себя. На выдохе, аккуратненько. Что интересно, материал тянется прекрасно, не пятнит. Рабочая вязкость прекрасная. Мы чуть-чуть водички добавили, процента 3-4. И вперед. Так, а мы продолжаем нанесение декоративной лазури компании Файдаль. Акриловая лазурь без запаха, внешней и внутренней работы. Рабочая вязкость прекрасная, наносится легко. Как по маслу. Как по маслу, да. Древесина у нас подготовлена, прогрунтована акриловой грунтовочкой такой же фирмы. И, в принципе, ворс сбит, между слоями ворс тоже проходим, наждачечкой сбиваем. Беседочка у нас уже вскрыта в три слоя. Вот чуть ближе сейчас покажу. Рисуночек дерева подчеркнут. Древесина защищена от выгорания, от воздействий атмосферных. Ну вот, в принципе, мы подошли к завершению нашей работы. Нанесли три слоя, между слоями проходили, сбивали ворс. Осталось доделать пару брусочков, и объект готов. Всем спасибо за внимание.